Так, постараемся без пафоса. Начинаем наш долгожданный чемпионский матч, впервые в истории игры. Знаменательное событие. Итак, кто у нас будет в нем принимать участие? Бронзовый призер. Sportdots Final Cup 2015. Sportdots Final Cup 2016. Серебряный призер. Sportdots Autumn Cup 2016. Sportdots Entry Cup 2017. Sportdots Blitz Challenge 2017. И обладатель золотой медали Sportdots Contender Trial 2017. Игорь Шлемак. Встречаем. Против бронзового призера Points Game Winter Cup 2012, первый Points World Cup Classic 2012, серебряный призер Sportdots Contender Trial 2017 и обладатель золотых наград Points Game League 2011, Points Game Open Cup 2013, Sportdots Final Cup 2015, Sportdots Remembrance Cup 2016, Sportdots Autumn Challenge 2016, Sportdots Final Cup 2016, Sportdots Spring Open Cup 2017, Sportdots Autumn Open Cup 2017. Великий и ужасный Сергей Чернобровин. Встречаем. Матч за звание абсолютного чемпиона по спортивным точкам 2017 года объявляем открытым. Морально готовился, тренировался. Материально? Не тренировался. Ну, то есть уверен в своих силах? Уверен. Удачи. Спасибо. Как настроение перед боем? Боевое настроение. Вот Серега сказал, что он не тренировался, а ты? Тренировался. В покер ночью играл. Покер? Молодец. Надеешься на какой результат? Надеюсь на победу. Отлично. Удачи. Thank you.
Церемония награждения по итогам чемпионского матча 2017 года. Приглашается для вручения награды вице-чемпион по спортивным точкам 2017 года Игорь Шлемак. Встречаем. Наше поздравление. Для вручения ордена абсолютного чемпиона по спортивным точкам 2017 года приглашается Сергей Чернобровин. Наше поздравление. Официальная часть закончена, дальше начинаем праздновать. Что, Игорь, матч завершен, зная, какой ты максималист, я не буду спрашивать, доволен ли ты его результатом. Просто в двух словах опиши свои эмоции, поделись впечатлениями по поводу конкретно этого события, чемпионского матча, ну и в целом по сезону. Собственно говоря, мы весь сезон играли ради этого матча, ты был активным, соответственно, участником всех турниров практически по ходу сезона. Расскажи, что у тебя в памяти осталось по итогу? Ну, если про матч, конечно, обидно за первую партию, в которой допустил такую очевидную ошибку. Обидно за четвертую партию, которую проиграл по времени. В принципе, там позиция была более чем хорошая. Ну, в принципе, думаю, что пока что результат вполне закономерен. Сергей играет хорошо. С ним интересно и сложно. Всегда чего-то чуть-чуть не хватает. Надеюсь, в новом сезоне это исправится, и опыт предыдущего сезона, который, как мне кажется, не очень хорошо, не очень хорошо прошел, скажется. Ну, что касается турниров, которые были. Ну, тебе вообще вот это... Мы первый раз в этом сезоне проводили вот именно по такой схеме. Лига, турнир претендентов, чемпионский матч. В целом тебе подобная схема нравится? Да, нравится. То есть определенно до самого финала должны доходить люди, которые весь год работают. Не какие-то там случайные человечки с улицы, которые в последний момент решили на турнир. Вот. А именно те, кто серьезно борется за эту победу с самого начала до самого конца. Ты с Чернобровиным уже довольно долго соперничаешь. Как вообще сам можешь оценить, как развивается твое с ним соперничество? Лучше ты становишься, находишь ты все-таки какие-то ключи к нему, учишься ли при этом сам чему-либо. Вот. Ну и, соответственно, прогресс какой-то видишь, и когда, наконец, рассчитываешь одолеть? Ну, если честно, рассчитывал одолеть сейчас, но пока, видимо, рано. То есть я к этому отношусь спокойно. Когда придет время, тогда играется тяжело, любая партия очень выматывает, сильно устает. Он играет не так, как все остальные. Это видно, что человек действительно продумывает всю игру от начала и до конца. В принципе, за такой долгий срок я уже знаю, как себя нужно вести, как играть. Вот. Но я думаю, что сказывается все-таки его опыт. То есть опыта у него пока больше, и из-за этого допускаю осечки. Надеюсь, что в будущем это исправится. Надеюсь тоже, потому как нам как организаторам этой турнирной системы, очень хотелось бы, чтобы конкуренция только росла, увеличилась, чтобы появлялись новые сильные игроки. В этом плане тебе, ну, твоим коллегам по бизнесу,
надо сказать спасибо за то, что именно своим постоянным участием в турнирах вы заметно двигаете игру вперед. В следующем, ну, уже, соответственно, этого года сезоне, я надеюсь, примешь активное участие? Разумеется. Надеюсь, как бы уже таких проблем в жизни, как в том году, не будет, и я смогу и лигу достойно отыграть, ну и во всех турнирах принять участие. Ну что, как эмоции после матча? Только положительные. Это была достойная игра двух сильных игроков. Всем доволен. Ты с Игорем на протяжении последних пары лет довольно регулярно пересекаешься. Как сам считаешь, прогрессирует он? Да, несомненно, прогрессирует. Без водительных, наверное, его перерывов пока не может дотянуться до моего уровня. Вопрос такой. Ты всегда играешь с позиции фаворита. Ну, все уже привыкли, да, что ты на голову сильнее, и, соответственно, с тобой именно так игру и строят. Это вообще создает какие-то сложности, либо для тебя это просто данность, это фон, то есть... Ну, есть определенные сложности. Оборону всегда тяжело скрывать, особенно если мастеровитый игрок. Даже отпустить в него одну точку бывает большой проблемой. Поэтому стараюсь играть шире, нестандартно, создавать дополнительные скресты, чтобы раскачать соперника. Ну, в принципе, я к этому уже привык. Большой проблемы не создаю. А то, что болеют в основном все против тебя, тебя не напрягает? Может, какое-то время и напрягало, но сейчас я уже привык. Уже довольно давно продолжается. Я даже к этому привык уже. Теперь, после того, как титул завоеван, как мотивацию чувствовать будешь? Ну, я вот не играл в лиге в этом году. Попробую отобрать титул у Александра в этом году. Сыграю обязательно. Ну и кого бы хотел в следующем году видеть соперником? Я напомню, у нас по новой системе абсолютный чемпион не проходит отбор. Соответственно, он ждет соперника для следующего матча. Самого достойного, который будет в этом году. То есть персональных предпочтений нет? Персональных предпочтений нет.